В этом модуле мы рассмотрим, как делать устройство конькового соединения хребтовых гребней. И мы увидим, что это возможно. Многие варианты есть. Вот как здесь, например, мы делаем на устройство гребня. Или можем соединять скаты, вот как здесь. Можем примыкание, вот как к трубе. Или как здесь тоже скаты соединяем. Мы рассмотрим разные варианты, и вам будет интересно. Принципы вы уже знаете. Вот у нас лист поделенный, и здесь у нас есть единственное, что нам надо знать, что здесь у нас высота должна быть не менее 70 миллиметров, и мы сейчас продолжим изыскание. Здесь мы видим устройство конька, вертикальный нагребник. Здесь уже мы выглядит он вот таким образом. Это у нас устройство конька или хребта. И мы рассмотрим, как это делать. Но вы уже знаете принцип, как мы это делаем. Вот здесь вот это видно. Здесь мы откладываем бисектрису. Мы умеем делать складки по выкройкам, по этим. Следующий наш объект — это устройство конька на гребник по скату. Он немного более сложный, но мы здесь тоже откладываем бисектрису. Также здесь делаем складки. И здесь у нас немного есть трудности. Ну и